Международный праздник «День защиты детей» брестские артисты удостоились особого внимания. В парке культуры и отдыха подводили итоги второго по счету городского смотра танцевальных молодежных и детских коллективов «Берестейская радуга». Брестские артисты неплохо постарались, чтобы оказаться в числе лучших и побороться за главную награду – «Хрустальные башмачки». 12 коллективов представили внимание судей 26 номеров. Путем серьезного отбора были выбраны победители. 1 июня – это день защиты детей, это день начала лета, это такие светлые ожидания наших детей, связанные с каникулярным периодом. И мы решили подвести итоги конкурса именно 1 июня, собрав ребят в парке, чтобы вручить им заслуженные награды. Организаторы «Берестейской радуги», администрация Ленинского района совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горосполкома и БРСМ. Конкурс был создан с целью раскрытия потенциала детей и подростков, развития танцевальных направлений. В городе Бресте обязательно нужны такие конкурсы, их нужно побольше. Во-первых, это эстетическое воспитание наших детей, также знакомство с хореографией разных направлений. И, естественно, то есть для чего ходить детям, если не выступать? Очень приятно, что именно сегодня происходит. С погодой, правда, немножко нам не повезло, но нам не помеха любая погода. Очень приятно, что проходит столь замечательный день. Мы хотим всех деток поздравить. Наша студия называется «Ангел». Мы несем добро, мы помогаем детям, мы занимаемся сбором денежек, то есть каким-то деткам помогаем, не только из Бреста, то есть из Жабинки еще. Мы желаем всем детям на земле быть здоровыми. Немало развлечений для детей было проведено на Брестском Арбате. Не остались в стороне спасатели. В связи с окончанием учебного года и наступлением каникул они провели мероприятие в рамках заключительного этапа акции «Не оставляйте детей одних». Брестские огнеборцы пообщались с малышами и подростками, а еще провели викторину. Назовите номера телефонов, по которым можно позвонить в службу МЧС. 101. Самые смышленные ребята получили подарки. Без внимания не остался ни один ребенок. Дети изучали пожарную технику, спасатели отвечали на вопросы любознательных ребят. Подводя итоги акции, сотрудники МЧС отметили положительный эффект профилактической работы. Работа проводится большая, значительная. И таких вот фактов нарушения правил пожарной безопасности, которые могли бы привести к возникновению пожара из-за детской шалости с огнем, на территории города Бреста не зарегистрировано. День защиты детей – долгожданный праздник для юных брещан. Ребята развлекались как душе угодно, наслаждались каждым моментом. Мы ходили на разные аттракционы, и я со своей сестрой еще ездила на паровозике. То есть праздник удался? Да. Пойду в игровую комнату и буду играть. Мне это нравится, когда родители много чего разрешают, там, мороженое, и в игровую комнату там полазать, погулять с друзьями. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».